Отдыхать вы пришли, да? Это Клава. Мы отмечаем ее развод. Клава – свободная женщина. Пойдемте к нашему столику. Пойдемте, пойдемте. Так, присаживайтесь. Я вообще здесь очень часто бываю. Моя кума – администраторша. Ну, сына я ее крестила. Мы тут такой банкет отбабахали. Ух. Зина, ты всех посетителей здесь знаешь? Ну, как всех? Ну, не прям всех. Ну, так, частично, да. Знаешь, такой Саша, лет 27-30, русский, небольшого роста. Такой крепкий, в очках. Подинтеллигент такой. Тот, который на прошлой неделе тебе любил. Его жена еще орала там. А, нет, которую жена избила, он постарше. А, интеллигент, говорите, да? Косит подинтеллигент. Косит. А, подождите, так это, наверное, этот, как его, Сашка Агишев, племянник директора ресторана. Часто здесь бывает? Ой, что там часто, он прописался здесь, он столик даже свой есть. Вот что, Зина. Он может быть вооружен. Брать будем на улице. Пусть нагуляется. Можешь накрыть красиво седьмой столик? Закуски? Ой, спасибо. Коньяк просили повторить. Да, спасибо. Сацию сейчас донесу. И газировку для внуки, пожалуйста. Хорошо. А я что-то не пойму, это что за коммунизм такой? Здесь 6 кусков языка. И что? Ну вообще всем-то приносят по 5. И здесь 300 грамм коньяка, а всем наливают по 208. Уже 20 грамм не доливают. Ты уверена? Я где работаю-то, Виктор Сергеевич? Похоже, нас вычислили. Перекрывай выход. Ты же, Сергеич, надо Алексею-то помочь. Может, не видеть? Не срывай мне операцию, Леша справится. Хорошее место тут. Веселое. Ох, ну и работенка у вас, однако. А мне нравится. Кухня, Леша, кухня! Виктор Сергеевич! Да сиди уже! Ой. Давай.